На всех дизельных поездах фирмы «Эдлараутте» установлены системы позиционирования GPS. В этом нет ничего особенного. Но построенную на их базе информационную систему для нашей страны можно считать уникальной. Ведь помимо привычного электронного расписания, она делает доступной оперативную информацию о движении поездов. Несомненно, эти данные важны для диспетчеров железной дороги. Но этот информационный проект рассчитан именно на пассажиров. На 4 вокзалах в Таллине, Тюри, Рапле и Вильнюсе установлены специальные табло. На них отражается текущая информация о движении поездов. Конечно, особенно актуальными возможности инфосистемы становятся, если поезд опаздывает. Тогда она отражает и новое время прибытия, и место нахождения поезда. Мы собираемся сделать нашу систему все более открытой для пассажиров. Может показаться, что опоздание на 5 минут не сломает вашего графика, но в холодную зимнюю погоду мерзнуть даже 5 минут тоже неприятно. Табло же показывает расстояние до прибывающего поезда, и можно выйти из вокзала в самый последний момент. Таких табло вскоре станет больше, их разместят на всех крупных вокзалах. Но вся эта информация доступна и в интернете. Более того, если у вас есть умный телефон с мобильным интернетом, то и с его помощью вы можете узнать, не опаздывает ли ваш поезд. Ведь есть очень небольшие станции, где устанавливать постоянные табло не очень целесообразно. Вскоре все станции, даже небольшие, оснастят специальными кодами. Тогда вам даже не надо будет знать адрес или название остановки. Просто сфотографируйте этот код при помощи мобильного телефона, и система сама выведет вас на нужную интернет-страницу. Большинство семей в Эстонии имеет интернет, и убедиться, что поезд не опаздывает, а вышел и придет по расписанию, можно непосредственно перед уходом на вокзал. Стоит помнить, что услугами дизельных поездов в Эстонии в год пользуются почти 2 миллиона пассажиров. Владимир Михайлов, Сергей Попредуха, Первый Балтийский канал.